Это распродажа для вас. Вот он, новый лот на вашем экране. Это ой, спасибо, цепочка. Сережа. Спасибо большое нашим ассистентам. Обратите внимание, ассистент, мужчина вынес истинное ожерелье, великолепная цепь мужская, джентльмен. Выглядит великолепно. И вы знаете, этот выбор, это выбор Сережи, он уже с такой цепью ходил весь наш прямой эфир. А между прочим, многие мужчины стесняются себя украшать, но тем не менее. Вот берите пример всегда с наших сотрудников, и вы не прогадаете. Итак, длина цепочки 60 сантиметров. Это украшение в стиле Валерия Леонтьева, Стаса Михайлова, Александра Маршала. Вот тех мужчин, которые отличаются индивидуальностью по жизни. Если вам хочется, наконец-то, чтобы женщины вас полюбили, чтобы женщины вас оценили, тогда приобретайте для себя мужскую цепь «Джентльмен», и вы будете лучшими. Розовое золото 24 карата. Это покрытие. Вы посмотрите, какое добротное, какая добротная цепь. А какой, ну, невозможно отличить от настоящего золота. Действительно, только профессионал при наличии специального оборудования сможет вот это гальваническое напыление золотое отличить вообще в принципе, от полновесного золотого изделия. Да, вы посмотрите, как замечательно смотрится эта цепь с кольцом. А между прочим, почему бы нет делать грамотные подарки не только для себя, любимой, но и для мужчины. Посмотрите, вы будете идеально сочетаться со своим супругом, со своим спутником жизни. А мужчины могут, наоборот, купить для себя цепь «Джентльмен», ну а для своей возлюбленной вот такое кольцо «Маркиза», которое мы ранее для вас демонстрировали. Я вот прямо сейчас хочу вам показать, что замочек здесь очень прочный. Прочный и очень надежный. Итак, внимание, это карабин. Вот он сейчас на экране. Карабин здесь тоже выполнен из латуни, а потом на него нанесли золото гальваническим методом. Вот на одном конце цепочки находится карабин, а на другом конце находится кольцо, которое завершает застежку. Я думаю, что это ваш выбор, дорогие телезрители. Я прям уже вижу, как вы подходите к своим телефонам, берете и набираете номер, который вы видите на своих экранах. Правильно, делайте покупки с умом, но только на нашем телеканале Шоп-н-Шоу. Пока что действует сезон распродаж 790 рублей. Такая привлекательная цена. Вы можете сделать себе прекрасный подарок. Длина цепи 60 сантиметров. Еще раз напомню, что это розовое золото, покрытие 24 карата. Вот такое вот замечательное украшение, которое вы можете дорогие себе позволить. Дорогие мужчины, не бойтесь себя украшать. У нас не исключительно женский телеканал. Мы знаем, что вам тоже хочется отличаться, вам тоже хочется блистать. Вот перед вами как раз и цепь мужская «Джентльмен» для завершение ваших таких начинаний. Цена распродажи 790 рублей. Но мне кажется, смелая женщина тоже сможет себя украсить этой цепью. Вот, Оль, как ты думаешь? Ну, почему бы и нет? Между прочим, я такую цепь наматывала себе на руку, экспериментировала, да. И создавался образ прекрасного браслета. Ты можешь сейчас попробовать. Да, я сейчас последую твоему примеру. Так. Вот таким образом я буду помещать на запястье. А представляешь, на черную водолазку? Мне нравится, классно, да. Правда? Потрясающе смотрится, я тебе точно говорю. Я на водолазку мерила вот такую цепь, смотрится. Слушай, я в восторге, мне, если честно, даже такая вот идея вот сразу и не пришла в голову. Посмотри, как классно. Великолепное сияние, и это сияние золотого покрытия 24 карата. Ой, но как цепь, же хорошо. Ну, Юлианочка, все-таки цепь это мужская, и называется она «Джентльмен». Ну, если, в принципе, ты можешь приобрести ее для себя, лучше приобретать для своего мужчины. Итак, здесь розовое золото нанесено гальваническим методом. Распродажа продолжается. Цена такой цепи составляет 790 рублей.